Здравствуйте, друзья, добрый день. Сейчас где-нибудь так к 2 часам дня приближается понедельник. Ну, понятно, что понедельник, рабочая неделя началась. А я еду домой. Почему домой? Потому что у меня вечером... Ну, там урок идет, и я должен записывать там по автоматизации. Я говорил, что мы там готовим программу, и она немножко задерживается, но мы работаем. И мне надо будет там на камере стоять. А я теперь в джим хожу. И, ну, в смысле, это в зал. От слова «джимнастик», да, как гимнастика, вот такой джим. И вот уже 2 раза ходил. Сейчас вот сегодня 3-й у меня по расписанию. У меня понедельник, среда, пятница. И я все по науке делаю. Мне, значит, тренер там присылает, чего делать, там, сколько подходов там и так далее. Видео, там, текстовые описания. Вот, я смотрю. А тренер по скайпу. Поэтому, значит, я смотрю, беру с собой камеру, записываю себя, ставлю камеру, пишу себя, как я это все делаю. Мы потом разбираем там, где что было так, не так. Вот, в скайпе тоже. И, в общем, вот так. И чувствую себя уже фактически качком. Так, ну, я условно говорю, но, во всяком случае, ощущения другие. Как-то вот так и настроение другое, и вот это ощущение как бы так вот физического распирания, оно присутствует. И это очень приятно. Я вспоминаю, как там в молодые годы тоже вот так я спортом занимался, меня распирало. Так вот, и вот сейчас такое похожее ощущение. И если так пойдет, я вообще буду входить в таких маечках, в облипку, знаете, так, чтобы через эту маечку, там, эти вот six-pack, там, это все наружу торчало. Ну, я там кутрирую. Вот. Хорошо, хорошо. Там есть и бассейн. Вообще, обычно я вечером хожу. Ну, вот, может быть, часам к 9, знаете, как-то так. Мне и по генетическому тесту так написано. Я делал генетический тест, и там 42 страницы такой. 42 страницы тест с объяснениями, там, с результатами и так далее. Там, в частности, написано, что мне заниматься надо, если физическими нагрузками, то лучше вечером. Ну, вот сейчас, ну, уже 2:30 дня, так что я смотаюсь домой, соберу свои манатки, я тут обзавелся инвентарем. Ну, как инвентарем? Тут маечки специально, там, штанишки такие, знаете, как вот молодняк ходит там. Смешно. Ну, в общем, да, там снарядов много, и бассейн есть. Так вот, этот бассейн обычно, там, может, есть какие люди, но когда я там часам к 9 уже добираюсь, а до бассейна, может быть, уже и к 10, то там что-то из 4 этих несчастных полос, там, ну, может быть, 1 занята, там, ну, может быть, 2, то есть там сколько хочешь, там, плавай не хочу, но я не такой уж прям пловец, знаете, я, ну, там, минут 15, там, проплывешь туда-сюда, там, 25 метров бассейн. Ну, в том смысле 25, что не 50. То есть, может, там и не 25 тоже, но так, вроде бы, на глаз похоже. Наверное, там стандартные размеры, я просто не разбираюсь. Сауна там есть. Что там еще есть? Разного возраста народ ходит. То есть, они меня как-то совершенно не напрягают в возрастном плане. Потому что я помню, когда-то, там, лет 20 назад, я там записался тоже в такой джим, и... Но мне тогда было 40, там, не знаю, 2-3. А там такие качки молодые были, знаете, там 25, там, и мне казалось, они меня смотрят, как на дедушку какого-то. Здесь такого близко нет. Ну, с одной стороны, мне уже совершенно пофиг, там, кто и чего. С другой стороны, сами понимаете, никому до меня дела нет. В-третьих, там много таких мужиков уже возрастных. И иной раз, глядя, что они вытворяют, знаете, я думаю, как бы ему плохо не стало. Но они тренированные. И вот там ужас, что, значит, вытворяют. А так уже вроде люди в возрасте могли бы так остепениться, как нифига. Вот. И так что я пока безопасненько все, с какими-то такими чисто символическими, ну, в килограммах там или в фунтах, нагрузками, просто чтобы так войти, так сказать, в режим, научиться правильно делать упражнения и так далее. То есть мне надо немножко так... размяться. Было обещано мне, что... Ну так, намек такой был, что за полгода,
за полгода. Много мышц мы не нарастим, а вот там, скажем, пару килограмм нарастим. Это дискуссия шла на тему о весе, вот какой вес, сколько чего. И вот мне Юрий Спас-Кукоцкий, он говорит, ну, говорит, имей в виду, что вес это же не только вот, вот это же еще и мышцы. Если мы сейчас нарастим мышцы, значит вес там добавится немножко. Вот, а я и не против, если мышцы. И как бы нужна и какая-то мышечная масса, какой-то корсетик надо так, да, чтобы тут на торс. Ну и вообще как бы мышечная масса нужна для очень многих полезных вещей. Опять, без злоупотребления, ну по чуть-чуть. Потому что я так как-то, знаете, за много лет не тренируюсь, ничего. Как-то так потерял форму, скажем, так назовем. Но дело еще в том, я не знаю, может быть вы в курсе, может быть нет, что с возрастом вообще как бы мышечная масса убывает. Поэтому даже если, например, человек и делает что-то по чуть-чуть, то это тоже может привести к тому, что он так усыхает малька. Поэтому надо держать форму. Вот. Плюс там диабет и все такое. И плюс вообще, на самом деле, независимо от этого, я вот хочу сказать, что что-то такое созрело у меня внутри, лопнуло. И я вот радостно хожу теперь в этот джим. Точно так же, как вот на диету я, когда там это было, в конце ноября. Ну, вот я уже дозрел до того, что вес надо терять, что невозможно так ходить. Мне перестало нравиться мое лицо и вообще внешний вид. Вот я смотрю на себя, думаю, боже, как безобразно это все выглядит. И у меня вот это. Такая же история у меня была с курением. Я когда-то курил, и вот я потихонечку переставал себя любить. Значит, я видел, что людям это не нравится, и жена на меня ругалась, и дочь. И потом ты же в бизнесе, вот приходит человек к тебе там резюме делать, сели в офисе, а от тебя, значит, там это табачище несет. Ну, ужасно это все. А это же наркотик, она же не то, что там захотела, и вот и все. Ну, и тоже какая-то вот критическая точка какая-то подошла, и все, и забыл, и как будто никогда не курил в жизни. Поэтому вот то же самое с этой диетой произошло, с потерей веса, да, то есть вот так. 22 кило ушли, как туман, корабли ушли, парусники. Так что вот нету больше. И мне там некоторые говорят, что там наберешь снова. Вот нифига. То есть это надо пережить. Понимаете, надо пережить нечто. Это когда ты вот себя заставляешь и там нехотя теряешь, там, чтобы на пляж пойти там летом. Это одно. Конечно, наберешь. Потому что нехотя. А когда ты уже дожил до чего-то, пережил, и оно как бы уже часть тебя, уже все. Так же, как я вот, скажем, уже там много-много лет не курю, значит, и никогда и мысли не было, и желания не было, и так далее. Точно так же вот и с лишним весом там и так далее. И вот я надеюсь, также и со спортивной формой. Мне очень хочется вернуться в то состояние, когда я получал удовольствие от того, что там какую-то нагрузочку на себя берешь. Потому что когда мы уже в США были, и я несколько попыток делал там добраться до спортзала, ну, как-то начать. Но получалась такая история, что я делал это вынужденно, как бы не сам дозрев, а вот внешние обстоятельства меня заставляли. То есть мне там говорили, ну, там врач там или еще кто-то, говорит, надо терять вес, надо там что-то, вот иди там в джим. И я шел, ну, потому что надо. Но не балдел с этого дела. Вот. Может быть, поэтому эти люди меня смущали там вокруг своей мускулатурой. Вот. А сейчас вроде я и моложе не стал, но совершенно как-то... Вообще симпатичные люди, кстати, надо сказать, что они очень симпатичные. Дружелюбные такие, знаете, очень приятные люди там занимаются. То есть как бы так товарищество такое присутствует. Вот. И я как бы дозрел, созрел, вызрел. В общем, хорошо. Надо немножко еще почитать, там подразобраться. Я как бы так с удовольствием вникаю в информацию. Меня очень, знаете, ну, как бы сказать, удивляют вот люди, которые
узнав, что я там пошел куда-то, там стал заниматься, они мне говорят, тебе надо тренера другого, тебе надо вот эту методику, посмотри того, посмотри этого, посмотри. И я думаю, неужели люди действительно не понимают, насколько неадекватно то, что они делают? То есть я же не говорю, ребята, вот я думаю заняться там спортом, может быть, кого-то посоветуете. Я же совершенно не... Абсолютно. Я же вот как бы у меня есть. То есть эту стадию мы прошли, мы уже совершенно в другом месте. В процессе-то в нашем. Ну-ка, что тут у нас? Тенечек. А смотри, как солнышко. Солнышко на камеру. Ну-ка. Нет? В общем, не знаю. Вот так сяду, вот, чтобы вам лучше в кадре помещаться. В общем... Удивляюсь, но это как бы такой процесс, его не остановить. Точно так же, как когда вот я там худел, мне говорят, туда смотри, сюда смотри, еще что-то смотри там и так далее. Я уже худею, я уже теряю эти килограммы, мне говорят, посередине, давай вон туда переключись. Я думаю, ну, не, ничего страшного, ну, то есть, даже так, как бы, комментарии продвигают видео, убытка никакого нет, наоборот. Ну, просто если люди всерьез как бы хотят как-то повлиять, то я... Вот это меня удивляет. Потому что человек в процессе. Вот. И... Все, сейчас приду домой. У меня сумка. Я завел себе сумку специальную для этого дела. Там полотенчики прикупил побольше, поменьше. Ну, в общем, хорошо так. И... Что еще? Очки купил для бассейна. Такие, знаете, побольше, чтобы так видеть хорошо. А то, знаете, такие вот, вот такие вот с пятачок. Вот, я так не могу. Вот побольше очки взял. Хорошие фирмы, там все дела. Ну, что еще? Думаю. Ну, да, какой-то тут так, шмотки какие-то себе завел. У меня, собственно, были, но Светлана говорит, раз спортом занимаешь, давай мы тебя отдельно заведем. Я говорю, ну давай отдельно. Вот, завели отдельно. И никогда еще не был в 2 часа в этом джиме, но сейчас домой заеду. Я через 5 минут буду дома, значит, заеду, переоденусь там, возьму сумку и двину. У меня вот инструкции, видите, вот они. Вот я себе распечатал, это у меня на сегодня. Вот на сегодня у меня... инструкции, там 8 упражнений с картинками, с видео, всеми делами. У меня очки там, сумки такие для чтения, хорошие такие, увеличивают. И я вот так в кармане держу инструкции, там упражнения сделал, пошел, посмотрел, пошел дальше. Вот, и камера еще с собой такая, на подставке вот мне тут сзади. Не, ну я не достану. В общем, у меня там сзади подставка есть такая. То, что раньше я на дэшборд ставил в автомобиль. Вот. И я так на нее накручиваю камеру и с собой хожу, там ставлю. Никто не возражает, всем пофигу. Но я, пожалуй, единственный, кто там снимает. Я не видел, чтобы кто-то еще снимал. Хотя иногда бывает, ребята там сами себя там на селфон, может, они там для Инстаграма куда-нибудь. Нет. Ну, нет, ну, не знаю. В общем, я ее назад убрал, да, там вчера люди сидели. В общем, хорошо, хорошо. Все, друзья, я с вами так прощаюсь. Мне там говорят, а вы снимите себя в джиме в этом и покажите нам, как вы там, это, значит, упражняетесь. И я с удовольствием, но мне надо сначала войти в какую-то такую техническую форму, чтобы вы не испугались. Глядя на то, как я выполняю упражнения, а то скажут, все, там надо тренера увольнять, Михаила спасать, значит, пришлите ему срочно, значит, там что-то для спасения души. Вот, ну, я, вот, так что я немножко приноравлюсь, чуть-чуть, я не хочу выглядеть таким уж совсем прям неумехой. Вот, и вперед. Мне кажется, что я так хорошо вхожу в форму. И плюс там еще, знаете, я же когда-то боксом занимался. И у меня до сих пор, если я какую-то разминку делаю, у меня как раз боксерская.
Вот. Я еще борьбой занимался, но разминка у меня осталась боксерская. И вот когда тренер мне там, значит, дал разминку, я смотрю, она, это боксерская разминка, я прямо, ну, знаете, растаял душой. Вот. И говорю, а можно я там добавлю? В принципе, там больше есть. Он говорит, добавь. Говорит, если так душа просит, добавь. Так что зарядку с утра делаю. Каждое утро делаю зарядку. Светлана ко мне присоединяется. Мы с ней вместе делаем боксерскую зарядку. Ну, мы там кулаками не машем, а все остальное. Значит, там суставчики, там все как положено. Вот. И так что мы теперь вдвоем зарядку делаем. Все, друзья, я приехал домой и отправляюсь в джим. Ну вот, друзья, отзанимался я. Видите, даже так переоделся. Вот, пожалуйста. И как-то, знаете, настроение такое хорошее. Хорошее настроение как-то так распирает. И так поделал, и так поделал, и спиной, и на живот. Тут все так вот хорошо. И так прям аж плечи куда-то разошлись. Думаю, что это вот прям вот как-то как пузырь. Надо сейчас взлечу. Взлечу, осанка. Да. Может, я в камеру уже не умещаюсь, даже не знаю. Так вот, выпрямился. Ну-ка, сейчас чуть-чуть подкручу. Ой. Да, надо сказать, что вот в то время, что я там был, а я там был с половины третьего, где-нибудь так, ну час с небольшим, народу еще меньше, чем вот вечером. Ну, то есть совсем почти никого. Много, знаете, нашего брата дедов всяких такие, знаете, но такие деды есть, смотришь, вроде уж там ему серьезный такой возраст у человека, а он там эти качает такие сики, там и налево, и направо, и такие под 2 метра дедки. Я уж чувствовал себя даже маленьким рядом с ними, там со своими 186, знаете, такие икры тут, бедра, так, все-таки. Приятно, приятно посмотреть. Вот, оказывается, кто днем-то, чего он 24 часа-то? Молодняк с работы идет. Там, ну или на работу идет, утром, вечером. А днем детки, бабок не... Нет, бабки тоже. Но бабки, знаете, они с металлом не работали. Бабки, они там где-то вот у бассейна. Там еще, знаете, там бассейн, рядом еще джакузька. И сауна там есть. Вот они там вокруг бассейна, там они у джакузьки вот сидели, бабульки. Вот. Ну, это уже такой контингент, знаете, я помоложе буду, как-то не чувствую вот так родства душ. Ну вот, так что, вот с 3 раз, можно сказать, вот я пред вами предстал после 3 раза. Ну, вот так наблюдайте, друзья, вот он я весь перед вами, словно голенький, вот, одна маечка. Сейчас еще немножко накачаю, буду в этих алкоголичках ходить так, чтобы все наружу, чтобы так, знаете. Да. Ну, если накачаю, не точнее, не если, ну, когда. Когда накачаю, тогда вот и одену. А сейчас пока вот походим в индейском таком, американском, с перьями, как положено все. Ладно, поеду навстречу производственным проблемам. Счастливо!